Пацаны, у меня к вам один вопрос только. Сейчас. Блин, ой, ёлки-палки, чуханы, блин. Бутылочку с питьем-то оставили, блин. В машине сдохните теперь. На улице жара 27 градусов. Ну ладно, чуханы. Да, пацаны. Блин, ну что такое? Все теряете нафиг. Как чмыри. Это, вопрос такой, значит, вы по-прежнему верны заветам дедушки Ленина-то? Потому что, блин, как это завещала, блин, это мандаристическая партия, мандаристического союза, короче, это. Умеем трудиться, умеем отдыхать. Сейчас едем отдыхать, блин. Короче, есть время, когда это... Время потеть и терять соли. А время вот это выкладывать соли. Видите, солонец будем делать. Курный кусок, да, о! Видишь, билат. Это Лилиан Войнича кореш опять укусил. Ага. Это сейчас давай все поправим. Уточки, удочки с собой, подсак с собой. Кисло есть. Маркар говорил, чтоб не бросали его. Эй, посмотри, питье, вот, блин, вот так вот, блин. Сапоги, короче, ничего нету дороже кирзового сапога. А если хорошо будешь отсасывать, то яловые будут. Фу, какие-то мудаки были здесь, рыбачили, видишь, это шкелеты, шуки выбросили. Голодные люди, за шуку сюда приперлись, а? Фу, фу-фу-фу, я весь мокрый, жарко, жарко. Пока все вот это загрузил, разгрузил, сюда бензинчику налил. Попрем, пацаны, попрем. Ветрище там сильные где-то, посмотрим, как белые барашки есть там, нет. Ага. Пойдем, значит, короче, потому что плаваете, сам знает кто. Блин, вы себя такими условностями огородили, так нельзя говорить, так нельзя, блин. С левой ноги нельзя пердеть, через порог нельзя прощай говорить, блин. Дебилы какие-то, блин. Все можно, пацаны, блин. Не бздите нафиг и все, блин. Макар сказал, чтоб весла не бросали. А что вы их бросаете, блин? То СВО у вас, то нету войны, то есть война, блин. О, подожди, я с вами заболтался. Я что-то посмотрел, там что-то лежало. Красная какая-то наживка. Придется возвращаться. Пацаны, вот так вот это летишь, значит, стремительно. И это... И прямо на душе радость, и песни прямо петь хочется. Ну а песен-то путевых нету, поэтому я сам сочиняю. Из островов на стрежни, на простор вот этих волнов выходили бледно-зеленые дяди Вовин и Челнов. Вот такую песню написал. Ага. И за борт бросить некого, блин, в набегающие волны, елки-палки. Говорю же, дайте орка, блин, какого-нибудь ручного. Ой, путь далекий, пацаны. Чтоб мотор не перегрелся на такой жаре. Воздушное охлаждение, блин. Смотри, братава летит. Ураль! Пошел, уточки сидит, рыба караулил, наверное. Короче, пацаны, блин, я не знаю, блин, отрываю самое ценное от души, время отрываю, блин, вот камеры нету такой, чтобы в лоб, блин, это самое, блин, как звезда горит во лбе, знаете, блин, товарищ Пушканченко писал, ага, блин, пацаны, вы проникли бы на эту военную базу, скрутите у шахедов у своих камеры, блин, и пришлите мне, блин, и вам хорошо, блин, Аллах на том свете вам это на 30 серебряников меньше выдаст, блин, нахера людей убывать, да, и мне хорошо, я вам буду показывать, смотри, щука прыгнул, как цапнул, блин, капец, там крупный эти птица на меня кричал, угу-гу-гу-гу, блин, ага. Это, блин, канадцы их на рубль на железный клепают. Ага. Шляпа улетел ветром, я его споймал, он, смотри, уже высох, блин, такая жара. Кровь кругом, воюем, короче, рыбачим, блин. А чё, блин, не могу же сразу и рыбачить, что? Пацаны, ещё хотел быстро сказать это самое. Вот вы знаете, клюш будущего Кыргызстана, да? Вы что думаете, это совпадение, что ли? Ни хера подобного. Просто он всегда, кому живется весело, вольготно, если ты елбасы? Кому?
Только умным, умным, надо быть умным, понимаете? Вот за ум я хочу поговорить с вами, пацаны. Вот вы, многие это люди тупые, а вот мы советские, мы умные. Почему? Потому что, знаешь, это вот, блин, вот у тебя была совковая лопата, вот совковая. Думаешь, почему она произошла? А слово советское, что ли? Нет, она как совок, вот. Совок, вернее, произошло от совковой лопаты, вот так скажем. Ну, ага. Ты ею, блин, навоз кидал, кидал, блин. Чернозем кидал, кидал, блин, снег кидал, кидал, песок все кидал, земля кидал, все кидал ей, понимаешь? Одна универсальная. И вот это сложилось на нашем мозге. Мозг у нас тоже такой, это, охеренно универсальный. Очень, короче, это самое, пацаны, блин. Давайте не будем завививаться, так я вам это, подойдем к финалу. Почему я все это вступление делал? Умным быть хорошо, умным хорошо. Не надо быть елбасы, а просто это самое, действительно жить хорошо. Вот тут на моем примере, вот я умный, поэтому вот ты там где-то увидели, там в зубах со щеткой, блин, там Black and White комитет, а я тут рыбалю, видишь, это и трындоболю, блин. Потому что я умный, умный. Вот смотри, вот я в 2004, 20 лет назад приехал в Кандастан, да, блин, купил хондочку, мотор, значит, 10 лошадей купил, ага, лодочку купил, 12 фут, и океаны ходил. А умный же джигит, правильно? Я же объяснил, совковая лопата, то все, кумыс, кизимки, ага, мозги-то работают, я смотрю, вот тут такая херня, если надо пристегивать сюда ее к себе, если за борт вылетишь, то это херак, вот эта штучка выдернется, да, и мотор это самое выключится, понимаешь? Вот так, чтобы лодка без тебя не уплыла. Вот такие вот эти самые, блин, сейфти, короче, ага. Ну, джигит это все просек и так и делал всегда, знаешь. Вот ездим, рыбалим, блин, хера кто-то рыба поймал. Я хера вот эту штучку выдергиваю, и все, глушу мотор. Все, рыбу сняли с крючка, все, дальше троллить, на херак опять включаешь и так. И руку набил уже, раз 1000 так делал. И вот сейчас вот так всегда постоянно делаю. Тут на медне, сука, пошел в YouTube, смотрю киношку, блин, чувак вот тоже так едет, да, значит, на каком-то китайском моторе. И потом херак это, кнопочку вот так взял, нажал, и мотор заглох. Я охерел, блин, охерел. Я, сука, 20 лет я эту херню выдергивал и назад втыкал. А сегодня проверил, можно вот так вот нажать это, и фу, блин. Ну, видите, вот это хоть 20 лет мне понадобилось, но я врубился, понимаете? Это значит ум. Ум развивается, он не закостенел, понимаете? А у вас, сука, один хер он закостеневший. Всех уклёпов замочим, потом заживем. Хер ты когда заживешь? Если ты за 20 лет, сука, не можешь понять, блин, что не надо никого мочить и убивать, ни хера ты, гондон, не заживешь. А я живу, потому что я умный. Понял? Умный. Я теперь всегда вот так буду. Ну, по привычке я еще иногда выдергиваю, но теперь буду вот так, на это, чаще буду так нажимать и глушить вот так. Понял, блин? Тупарь ты, блин. В бой идут одни рыбаки, блин! А чё, блин? Ага. 5 щук, пацаны! 5 щук! И все как на подбор! Норма у нас, лимит 5. Ага. Тетя Оля это хочет засолить и что-то еще и замариновать, что ли. Ага. А почему? Потому что собирается вся родня на заимке. Все избушки будут заняты. Эрика с мужем и с детьми. А муж у нее Джош. Его папа приезжает. Прилетел уже. Ага. И брат со своей семьей. У тех тоже 2 детей. Ну, будем кормить их рыбой. Ага. Я надыбал новое место, разведал. Другой конец озера, и очень мелко, прямо мотор цепляет иногда, но я же защиту сделал, поэтому мне пофигу, правильно? Ага, и это, ну в натуре мы, блин, дно песчаное такое или илистое, голое, но потом бах, смотрю, трава, прямо сплошной покров травы, и херак и сразу клюнуло. И я потом это прошерстил весь этот конец и опять вернулся в то место. И там поймал 3 щуки, по-моему. Ага. А потом уже на выходе возле островка так меня прибило ветром. И стою, значит, просто блесню. И рыбку уже подвожу к самой лодке, и она из травы. Хрясь, щука. Ага. Ой, стремительные. Ой, блин. Ага. Ну, прикольно. Я думал, только весной они выходят на мелководье, где вода прогретая. Но потом я прикинул, все-таки, знаете, умный же, сука, кумыс, кизимки, сами знаете, ага, кизяк. И подумал, а там же на мелководье мелочь вся разводится, правильно? Там же как это, nursery, как это, ну как, типа инкубатор, знаете. Ага, а раз там мелочь подрастает, то значит пастухи там, правильно, крышуют их.
И вот я этих пастухов, значит, ну вот так вот как-то. Ага. И все, надо двигать теперь. Солнышко уже к закату. Спасибо всем за компанию. И, блин, снимайте камеры с шахедов. Присылайте мне, чтобы я мог вам рыбалочку показать. Последняя щука прямо такие свечки делала. Прямо как расисты, блин, когда их это самое, блин, за жабры возьмешь. Ага. До свидания. А я им говорю, что вы, хлопцы, херней занимаетесь? Ну-ка перед заимочкой поправьте меня, почините асфальтик, чтобы спалось, значит, тихо и прекрасно, чтобы не шумело ничего. Вот чинят, видишь, прямо перед заимочкой, значит, ага, времечко подошло. Мухлюет, бляха-муха, смола, блин, наливает на дорогу, потом щебеночки сыпет, потом прикатывает. И это самое в натуре, блин. Чё тут, всё нормально на заимочке? Ещё делать, ещё делать, ещё. Профессора бери. Вот так всё карася, всё моргает, люди стоят, значит, со знаками всякими.